У меня нет нужных ингредиентов. Бильяр! Не получается. Ты все еще чувствуешь себя измотанным? Я рассказал Ксардосу все. А теперь я посплю немного. Денек, другой или даже больше. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Не думаю, что ты чем-то сможешь помочь мне. Хотя... Что? Эх, я бы сейчас не отказался от пары затяжек старого доброго болотника, который мы делали раньше в лагере на болотах. Помнишь, например, Северный Темный? Эта травка отлично прочищала мозги. И, возможно, она бы смогла ненадолго вернуть меня к жизни. Если хочешь, я могу поискать ее для тебя. Теперь ее не найдешь. Я слышал, что даже братья у прохода не делают такой. Но в любом случае, если у тебя будет на это время, то можешь поискать ее для меня. Хорошо. Сделаю все, что смогу. Ты не очень-то хорошо выглядишь. Эти головные боли все не прекращаются. Грядет что-то ужасное. Я думаю, мне лучше отдохнуть.
Еще одна грязная тварь! Еще одним монстром! Там ничего нет. С этими тварями. Хорошо, что ты здесь. Ты должен помочь мне. Какие планы? Здесь многое переменилось с тех пор, как я покинул его. Мне как-то нужно опять встать на ноги. В чем проблема? Я должен попасть в верхний квартал. Но я не гражданин этого города, и у меня нет денег, чтобы подкупить стражу. Вот зачем нужен ты. То есть ты хочешь, чтобы я одолжил тебе золото? Чушь. У меня есть золото. Я бы сказал, даже целая куча золота. Но, к сожалению, оно не при мне. Ты должен забрать мое золото там, где оно находится. Ладно, я помогу тебе. Где спрятано это золото? Прямо на торговой площади, над заброшенной шахтой. Оно в кожаном кошельке. Но проверь, чтобы это был тот самый кошелек, чтобы не ходить туда вхолостую. Как я опознаю его? Он полон золота. Доверху полон. Откуда у тебя это золото? Я что, единственный, что ли, кто откладывал золото для себя в долине рудников? Украсть несколько кусков золота было легче легкого. Просто на случай, если нам когда-нибудь удастся выбраться оттуда. Все были так сосредоточены на руде, что на золото никто не обращал внимания. Что ты собираешься делать с этим золотом? Я хочу свести счеты с одним из торговцев в верхнем квартале. Я очень этого хочу. А затем я буду готов начать новую карьеру. Я попытаюсь найти твое золото.
Ха-ха-ха. Сделай это. Этого будет достаточно для меня. И еще. Выкладывай, где ты нашел эти самородки? Ну, в самом деле, почему бы и нет? Там же и нашел. Думаешь, какие дела у меня были у прохода? Я проведывал это самое место. Это одно из ответвлений заброшенной шахты, про которое все забыли, свихнувшись на руде. У него отдельный вход. Забираешься на плато, прямо под шахтой, по которой идешь в Харинис, и вход будет слева от тебя. Ты можешь научить? Сначала мне нужно... Как дела? Паршиво. Почему никто не сказал мне, что Харини за это время полностью разорился? Понятия не имею. Я знаю этот город только таким. Ты бы видел его несколько лет назад. Он бы тебе совсем не понравился в нынешнем состоянии. Он слушал не тех людей. Я могу помочь? Есть новости? Это никого не касается, кроме меня. Я занят. Но Аданос увидел, что порядок и хаос теперь не равны. И предложил Иносу лишить человека... Эй! У меня есть особенные когти-снэперы для тебя. Мой клиент будет счастлив услышать это. У меня нет этого рунного камня с собой, но я знаю, где его можно найти. По пути от города к таверне ты пойдешь под мостом. Там, в пещере, мой друг спрятал в сундуке рунный камень. Вот ключ. Покажи мне свои товары. Как исследование? Зелья оказалось очень мало, и мне его хватило только на начальные опыты. Но очевидно, что оно обладает интересными и уникальными свойствами, раскрыть которые можно только продолжив исследование. Ты хочешь сказать, что мне надо принести тебе еще этого пойла для экспериментов? Ты правильно понял. Если принесешь мне 10 бутылок этого пойла, я продолжу исследование. Покажи мне свои товары. Как ситуация? Я с ума сойду здесь. Я солдат, а не бюрократ. Из-за всей этой бумажной работы что я должен делать? Я уже почти забыл ощущение клинка в руке. У меня есть кольца паладинов. Откуда они у тебя? Ты что, убиваешь моих людей? Нет, что ты?
Я просто обнаружил их на телах твоих павших товарищей. И решил, что лучше они будут у тебя, чем достанутся оркам. Ты правильно сделал, что принес их мне. Это память о тех, кто отдал свою жизнь во благослужение Инносу и королю. Отдай мне их все, и я буду знать, сколько мне придется проткнуть этих зеленокожих тварей, чтобы отомстить за моих товарищей. Вот, держи. Благодарю тебя. Однако ничего подобного я больше видеть не желаю. Я тебя понял. Что ты хочешь? Я из-за...